Анастасия Игоревна, вы знаете пословицу? Вот, например, сделал дело, гуляй смело. Это значит, что нам надо сначала с вами сделать дело, а потом вы уже будете отдыхать. Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит. Так, начинается. Это же кто придумал такую пословицу? Я. Угу, понятно. Творчество началось у нас, да? Все, пошли заниматься. Хорошо, гимнастику.